Всем привет! Показываю очередную легенькую задачку. В этой задачке дается три кнопки. То есть первая кнопка это нас кидает на Google поиск. Но мы должны искать страницы именно вот на этом сайте. Вот на этом сайте. Получается, что у нас? Мы первые две не используем, потому что там надо лазить. Используем всегда третью кнопку. Так как нас кидает напрямую на этот сайт Scoot. Вот мы перешли на этот сайт. И мы видим вот название этого бизнеса, что нам надо искать. Вот он, Double3, ты. Вот он. И когда вот нам вот так вот открывает, это как бы закрытая страница. Нам, чтобы ее скопировать, надо обязательно нажать на эту ссылочку, на название бизнеса. И у нас открываются подробности, типа адрес. И вот здесь вот номер телефона. Contact numbers. Вот адрес можно сравнить даже GU218. Вот оно, GU218, как бы то, что нам нужно. И уже когда мы открыли эту ссылочку подробностей, копируем адресную строку. Вставляем адрес первую, сюда нам нужен телефон. Телефон обычно вот здесь, контакт номер. Нажимаем, вот он открывается полностью у нас. Копируем и вставляем. И дальше идем опять на третью кнопку. Вот я, в принципе, название даже не сравниваю, не адреса, потому что обычно кидать туда, куда надо. Вот открылся адрес полностью. Вот контакт номер, закрытый номер. Копируем. Вставляем номер. Копируем адресную строку странички. Вот, у нас получается, мы все ссылки с этого сайта берем, Scoot.com Company. Так, вот бывает такое, что попадает третья кнопка, нас кидает на пустую страницу, то есть нет результата. В этом случае мы уже должны проверить эти кнопки. Вот мы должны искать Levy Social, но не официальную страницу, а страницу вот. Тут выдает реклама, нету поиска, ну как бы не нашло ничего. И вторую кнопку проверяем. Вот оно дало какой-то Levy Solicitor Legal. Levy Solicitor LP. Вроде бы то. Переходим. Вот сайт этот. Scoot.co. Переходим и сравниваем уже адрес. Вот нам открыло Levy Solicitors. И вот мы должны сравнить. Если этот адрес, то берем эту. Так, LS12GG. Так, у нас что тут? LS81EP, как бы адрес вроде бы не тот. Так, еще раз глянем. 33, адрес другой получается. Ну, может быть прокатит, но я все-таки поставлю, что это не тот бизнес. Хотя, не исключено, что могу ошибку получить. Вот, а так редко попадает. В основном кидает уже на готовую эту. Нажимаем обязательно, раскрываем эту меню. Телефоны, если два контактных номера, то всегда берем тот, что выше. И адрес сайта копируем. Ну, посмотрим сейчас насчет этого. Правильно или нет. Все правильно. Значит, если адрес не совпал, мы просто ставим мне все. Все, всем спасибо за внимание.